Отрывок из книги «Паранормальные способности» Ларисы Александровны Секлитовой и Людмилы Леоновны Стрельниковой из главы «Интуиция экстрасенсов» Ванга. Некоторые люди, в основном экстрасенсы, способны интуитивно считывать определенную информацию с другого человека. Если говорить о такой предсказательнице, как Ванга, то ее считывание базировалось на специально построенной для предсказаний программе. Нужную информацию ей давал определитель, поэтому людям, которые не входили в эту программу, она отказывала во встрече. Чтобы Ванга лучше слышала своего определителя, у нее убрали зрение. Она не могла видеть внешний мир. У Ванги была старая конструкция материального тела человека, поэтому видение земного мира помешало бы ей концентрироваться на тонком плане, с которого она считывала информацию, передаваемую ей определителем. Позднее тело человека усовершенствовали, и подобные ясновидящие уже прекрасно видели мир и одновременно могли четко концентрироваться на информации, передаваемой им их небесными учителями.